Я завтра. Вот, вы можете устно ко мне, я приду. Действительно. Приглашаю вас. В качестве кого? В каком производстве? По поводу вашего заявления. Я общаюсь сейчас непосредственно с исследованием, не само право, незаконное будивництво. Нарушена статья Кримінального кодексу 366. А почему там незаконное? Там нема документов, это не само право. И подключено к электросетям. Вот это уже уголовное дело. Все будет установлено, все входит в суд расследования. Я на данный момент не могу сказать. Я не являюсь представником Донерго. Так я вот подготовил. Я взял документы специально вам для этого. А я общаюсь сейчас. Вы непосредственно следователь, правильно? Вы следователь. Можно фамилию, имя, отчество ваше? Солома Харамович. Вы следователь в производстве, где я прохожу как кто? На данный момент ваш представительный статус так не вызначен. Вы являетесь только заявником. Для того вас вызывают в отделение полиции номер 1 для установления вашего представительного статуса. Это долг. Правильно. То есть заявник гражданин Украины, правильно? Як ви надасте мені документи про посвідчу вашу особу, я не знаю, що я громадян України чи громадян іншої держави. Гражданин України? Тепер вопрос. Почему ви внесли в ЄРДР, як общественна організація зробила це заявлення? Дану заяву я особисто не вносив в ЄРДР, вносив слідчий, який знаходився на черзі. Ви ж також сказали, що ви? Я не вносив в ЄРДР особисто. Носится ті слідчики і знаходиться чергування, для чого начальник слідства їх розписує. А фамілію можна узнати, хто вносив в ЄРДР? Ну, ви фамілію знаєте.